Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами находимся в подземелье глубоком, ведь это игра под названием Supraland Six Inches Under. Продолжаем искать различные секреты, но если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. И как вы видите, для того, чтобы ничего вообще не упускать, вообще ничего нигде никогда, я решил начать поиски с самого начала игры, можно сказать, с того места, куда мы провалились. И это принесло свои плоды. Во-первых, здесь есть почва, которую можно разломать и получить чутка монеток. Совсем чутка, но тем не менее это приятно, это монетки. А кто откажется в наше время от монеток? Ну уж точно не я, это, друзья, ну точно не про меня. Далее, сразу наверху лежит сундук, и я не знаю, как до него добраться. Я думаю, это единственный способ. И вот он. Иди сюда, мой родной, я тебя видел на заставке, а в сундуке монеты. А монеты-то это хорошо. А так, а как бы мне вот... А чё они все разлетелись-то? А где все монеты? Я что-то не понял. А чё, они вниз попадали, что ли? Ладно, похоже, все монеты куда-то. Они же были. Надеюсь, они попали к нам на счет, друзья. И прежде чем мы продолжим, я бы хотел вам еще раз порекомендовать канал своего хорошего друга Пипыча. Так что... вот... Привет, друзья, меня зовут Пип, и у меня к вам вопрос. Как сильно вы любите игры? Если очень, то хочу вас пригласить на свой канал Games Reviews. Каждый день у меня на канале выходят новые видео о новых и старых играх, мы вместе проходим их с вами до самого конца, смотрим сюжет или же просто наслаждаемся игровым процессом. И конечно же я играю в игры, которые вы мне посоветуете в комментариях. Кстати, я их читаю все и всем отвечаю. Мы с вами посмотрим игры, которые вы больше никогда нигде ни у кого не увидите, так как уже более 1000 разработчиков со всего мира присылают мне новые игры каждый день. И эти игры редко кому попадаются на обзоры из русских ютуберов, так что вы все всегда сможете увидеть какую-то крутую игру, о которой никогда не слышали. Для удобства на канале сделаны плейлисты по жанрам и играм, которые мы проходим, и вам не придется долго искать то, что интересно посмотреть в вашей геймерской душе. Не стоит забывать и о том, что очень часто на канале проходят розыгрыши ключей к разным играм, так что у каждого есть шанс получить игру совершенно бесплатно. Канал растет, и я предлагаю вам расти вместе с ним, став частью нашего уютного игрового сообщества. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить все новые ролики. Жду вас, друзья, а ссылочка на канал в описании. Чувак очень старается, чувак очень дружелюбный, со всеми общается, и если вы подпишетесь, я думаю, он будет вам очень благодарен. И я буду вам очень благодарен. Так что переходите, оценивайте, комментируйте, лайкайте. Но я продолжу нажимать кнопки. Ага, эта кнопка нажата. И давайте-ка, наверное, чтобы ничего не упускать, включим детектор сундуков. Он уже начинает работать, но этого недостаточно. Если бы сундуки как-то... А чё у меня карта не работает? А, карта у меня на тап нажимается, я думал на М. Так вот. Короче, почему сундуки не отображаются где-нибудь на карте? Это было бы сверхудобно. Вот как мне искать? Как мне понимать, где сундук? Ну, попробуем заглядывать в каждый закуток, в каждый уголок. Если, друзья, вы где-то увидите сундук, вы мне об этом напишите, если вдруг я его не увижу. Потому что, ну, кто его знает? Сундуки могут быть где угодно. Правда, детектор не сказать, я знаю, где сундуки. Сундуки там! Ха-ха, за этой ширмой. Так, ну что, давайте подниматься тогда. Угу, поднялся. Немножечко не хватило. Так, там мы были, да? Ну давайте сбегаем еще раз. Смотрите, сундук прямо такой. Опа. Я думаю, это как раз таки ту ширму датчик наш и увидел. Но все равно давайте пройдемся по этому месту. Может быть, где-то тут не было апгрейдов, и поэтому я что-то не мог собрать. Пип. Пип-пип-пип-пип-пип. Я думаю, это сверху, надо мной. Но все же я сюда сбегаю, на всякие пожарные. Мало ли. Вообще 68 сундуков, и я даже представить не могу, где все эти 68 сундуков. Серьезно. 68 сундуков, где искать их? А как запрыгнуть наверх? А, я допрыгну, да? А сюда допрыгну? Ну, тут мы сундук забрали снизу, я полагаю, тоже мы все забрали. Да, зря я в эту локацию еще раз наведывался. Хотя не зря, одна монета. Нормально. Опять датчик сходит с ума, но я ничего не вижу. Может быть, что-то подсветить? Не, нифига здесь нет. Мне кажется, первую локацию мы пропылесосили просто досконально. То есть в каждый уголок заглянули, в каждый закуток запрыгнули. И я не уверен, что здесь точно ничего нету, мне кажется. Давайте продолжать движение дальше, но сперва для этого нужно вылезти. А где вылез? Вылез, вот он. Будем подниматься, короче, по трубе к той ширме. Пытаться. И может быть где-то в этой локации... Опа. А я ж там был. Может быть где-то в этой локации спрятаны кости? Потому что я не знаю. И шестеренки? А где их искать-то? Может где-то в траве? Скрытые. Не, возможно они все-таки наверху, там кости эти и будут. Это хорошее место для того, чтобы спрятать что-то действительно ценное. Тут нифига нет. Допрыгнуть не получится. Короче, придется просто-напросто залазать как-то. Ну не пипикай. Стоп, а вот это камни. Они просто так здесь лежат? Или для чего-то нужны? Думаю, что просто так. Опа, а я походу понял. Тоже отличное место, чтобы там что-то сховать. Ага, я тут. Так, стоп. И тут ничего нету, серьезно. В такой нычке и нифига. Даже странно. Ладно, поднимаемся тогда наверх. Меня... О, там еще стена есть, отлично. Меня это место привлекало даже в самом начале. И оказывается, это не ширма, это целый дом. Стоп, а в чем его логика? Че? А в чем смысл? А в чем смысл? Погодите, этого дома. Нафига он там нужен? Может, тут что-то еще есть? Ну, датчик говорит, что здесь что-то есть. Может, тут? Во, да, нифига себе. Все-таки есть сундук. Увеличение максимального здоровья пригодится. Определенно точно. Там у нас... Прикольно, а что оно светится? А, это куб там внутри был, поэтому светилось. Занятно. Так, ну что, тут больше ничего толкового нет. Я думаю, нужно двигаться как-то на ту сторону. Но как? По трубе тоже попытаться перепрыгнуть. Получится ли? Да, по идее получится. Надеюсь на это. Вот так вот допрыгнем. Если что, можно воспользоваться телепорт. Хотя, мне кажется, не допрыгну. Блин, страшно? А если я не допрыгну? Ну, почти долетел, но чутка не хватило. Блин, ну вы видели, да? Почти долетел. А, придется заново. Вот там буквально чутка не хватило шара этого, чтобы до туда долететь. Давай еще раз попробуем. Откуда-нибудь вот отсюда. Да! Ха-ха! Получилось! Так, что у нас тут? Только золото? Да не может быть, чтобы только золото было. А где сундуки? А за это дерево можно зацепиться? Это кирка. Она ж металлическая. Она ведь металлическая? А получится ли допрыгнуть? Как думаете? Она не металлическая. Почему кирка не металлическая? Выглядит как металлическая. Так, тут тоже датчик говорит, что что-то может быть. Я не знаю. Вроде прыгаю, а вроде бы ничего и нет. Не, наверное, тут ничего нет. И датчик говорит про следующую локацию, которая будет там. Ну, здесь мы тоже, смотрите, все исследовали. Хотя, конечно, если бы получилось по этой кирке... Нет! Подняться! Как-то, не знаю, запрыгнуть на нее, а потом по ней подняться. Но это супер сложно было бы. Опять же, дерево, которое не цепляется. Не знаю, для чего... Стоп, а стул? Тут не просто так этот стул. Ну-ка, давай заберемся наверх, посмотрим, что наверху. Ну, он же не просто так здесь валяется. А для чего он нужен? Может, здание как-то можно опрокинуть? Эх, да, дострельнуть бы до рукоятки кирки. Она ведь стопудово из древесины. Ладно, можно здесь до бесконечности прыгать, скакать, но наверх я, наверное, пока не заберусь. Ходят слухи, что если собрать все 5 костей, то можно будет... улучшенный телепорт получить. И я бы, конечно, хотел бы его. Тогда шарому удалось бы и дальше стрелять. Это было бы полезно. Но я фиг знает, где тут могут лежать кости. Вроде бы все исследовали. Я уже по второму кругу начинаю бегать. В опасениях что-то пропустить. Давайте продвигаться, друзья, в общем-то, дальше. Да, здесь датчик лучше себя ведет. Прямо хорошо, я бы сказал, чел. Ну, типа новый шахтер? Да, погоди, я прямо супер новый шахтер. Вон сундук. Вот ты и попался! А я давно тебя искал. Здоровье максимальное увеличили. Ну, тут больше-то, в общем, ничего и нет. Может, снизу где? Да, сундук где-то тут. Вот сейчас хорошо себя показывает датчик. Давайте сбросим вот эти столбы. Вероятно, они куда-то нас и приведут. Кнопка? Стоп, а почему я не нажимал на кнопку на эту раньше? Что это за кнопка? Она временно действует. А за что она отвечает? Я не помню. За что отвечает кнопка? Опачки! Опачки! А что это у нас тут такое? Ух ты! Много монет! Очень много монет! Так. Больше ничего. Ладно, это место можно оставлять. И я понял, за что отвечает кнопка. Вот он, сундук. Угу. То есть мы должны сделать все максимально быстро. Да, прыгать так быстро, не знаю, получится ли. В идеале было бы, конечно, не знаю, что. Я знаю, что нужно сделать в идеале. Телепорт оставить, это же самое очевидное решение этой загадки. Если, конечно, это можно назвать загадкой. Все, пускай лежит тут. Да, пипикай, пипикай. Ща мы рано или поздно допрыгнем до туда. Нажмем кнопку, все будет нормально, чел, ты тоже не переживай. Ща все сделаем. Опять монеты. Где мои косточки? Где мои шестереночки? Вот это вот все. Шо мне ваши? Опа. Где-то тут кости. Они где-то тут. Не понимаю, погоди. Вон они где. Я вижу их. Они наверху. Хе-хе-хе, монета. Они наверху. Только как туда забраться теперь? Вон там они. Если я правильно понял... Во, хорошо. Так, плюс кости, отлично. Просто отлично. Так, тут мы побывали. Давайте пройдемся еще немного другим путем, чтобы там тоже посмотреть. Вдруг что-то упустили. 3 костей уже найдены, осталось найти еще 2. Будет сложновато. Так, тут что-то может быть. А вот оно что. И что, сундука нет? Только монеты. Но в любом случае найдено. Это хорошо. Что еще? Давай, где сундук? Оно пипикает. И пипикает довольно, ну, круто. Значит, что-то где-то тут есть. Вот. А как я раньше этот сундук упустил? Честно говоря, даже не знаю. И продолжает пипикать. Значит, что-то еще есть поблизости. Ну, наверное, потому что я без такого вот импровизированного фонарика бегал. Просто нажимать на F и одновременно на клавиши передвижения мне сложно. Я ж не... И пробел еще нужно нажимать. Почему у меня на руке только 5 пальцев? 6-го не хватает, серьезно. Где-то тут. Вот тут. Ах, найден. Так. Да, каждый сундук становится все сложнее и сложнее отыскивать. Ну и получается, в этом переходе мы нашли все сундуки. Выходит, что так, сюда больше приходить не нужно будет. Ладно, давайте тогда возвращаться обратно и пойдем по другому пути. Пока тактика работает. Поиска всего и вся. И здорово, что датчик реагирует все-таки на кости. Я до последнего момента был уверен, что эти кости невозможно будет найти, потому что датчик не будет их видеть. А он их видит. Если бы еще шестеренки датчик видел. Так, ну оттуда мы, получается, пришли. Идем дальше, сюда. Погоди, по-моему, здесь лучше датчик работал, нет? А, ну мы там еще окажемся, наверное. Не знаю, ладно, погнали. Погнали, вот мы и пригнали. Вот мы и пригнали. Да, чел, все. Мы сюда, если что, еще вернемся. Если вдруг какие-то будут совсем серьезные проблемы. Короче, погнали по этому пути. Пам-парам-пам-пам. Давайте сюда заглянем, где была медицинская база. Сюда тоже было бы неплохо заглянуть. Но сперва давайте в медицинскую базу. Датчик показывает себя отлично. Но наверху ничего, кроме... Ничего нету. Тут не только ничего. Безудержное ничего. А если наверх подняться? Вот. Тут? Нет. А-а-а! Ладно. А где? Где-то тут. Во! Сундучело. А как туда попасть? Ну, единственный путь это... Вот так. Забавно. В этом месте я не был еще никогда. Ну, сундук найден. Опять же, только монеты. Где что-то, кроме монет? Мне их же даже, ну, реально тратить не на что. Можно попытаться туда пробраться, на ту сторону. Не знаю, что это будет за локация. Но попытаться, типа, можно. Ого. А я бывал тут? Я тут никогда не был. Это что за место вообще? Где я нахожусь? Это совсем новая, секретная полностью локация? Так... Ну, это совсем другой разговор. Да, она полностью секретная. Так, это, наверное, что-то типа той огненной локации, в которой было много всего. Все это было непонятное, все это приходилось что-то искать, делать, нажимать. И я провел там целую кучу времени, час, наверное, суммарно. Здесь то же самое, просто какое-то безумное количество нифига. Подземелье? Безумное количество всего. Что это за кнопка? За что она отвечает? За трубу? Да, за трубу. Так, давайте сперва заглянем в этот дом. Вот этот блок выделяется среди остальных. Может для чего-то понадобится. Прошу прощения, будь здоров, Саню. Да, возможно, этот шар нужно как-то по трубе прокатить туда. Не знаю зачем, но возможно это нужно для чего-то. Здесь пока непонятно, как в дом попасть. На крышу тоже не забраться. А смысла-то и нет, мы же оттуда пришли, да? Это вход в секретную локацию. Давайте сперва заглянем вот в это место. А, здорово, 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 пенечки, здорово. Давненечко с вами не видались мы. Что такое? Что такое? Что случилось? Лежишь мертвый? А вы что стоите? А, вот это тебе как такой вариант? Что такое? Что такое случилось с лицом? А ты что? А? Ловко? Разнес вам лица. У тебя есть все, что нужно, чтобы решить эту головоломку. Вперед! С. Сложность. Мне нужно поджечь картон. Но я не могу поджечь картон, потому что... Потому что тут вода. Но игра говорит, что у меня есть абсолютно все, что нужно, чтобы решить эту головоломку. Хотя я знаю, что в игре есть огнемет. Да. Говорят, что он есть, и говорили мне даже, где он, вроде как. Но, честно сказать, я не знаю, где он. Но поискать можно будет. Давайте тогда попробуем, я не знаю, что сделать. Разведаем немного локацию. Вот пламя. Эта лава здесь не просто так. Можно же, друзья мои... Я знаю, что сделать. Нужно нагреть шар но вода его будет остужать. Именно поэтому нам нужно как-то этот шар прикрыть от воды. Но как? Кубом? Нам бы какой-нибудь зонтик или что-то в этом духе. Это помогло бы. Окей. Тогда давайте исследуем более детально эту локацию. Во-первых, куда ведет эта труба и что здесь есть внизу. А нифига здесь нет, это просто вода. Нафига она здесь? Видимо, не нафига. Это чё? Так, давайте сбегаем на ту сторону, попробуем отыскать какое-то подобие зонтика. Ха. Здесь тоже вода, значит, через эту трубу можно что-то... Так все, это элементарно. Мы через трубу шар протолкнем. Нагретые. Вот для чего это нужно. И здесь то же самое, но как выбраться? Короче, все. Я понял, что делать. Это я конфискую, вы ж не против? Мы положим трубу и через нее прокатим огненный шар. Офигенно. Офигенное решение. Офигенные головоломки. Она сама, смотрите, встала. Даже не пришлось ничего делать. Только есть одна маленькая проблема. Как мне дотащить сюда шар, этот самый... Ух ты. Опа, это что за место? А я не сразу его заметил. Прикольно, выбрались на поверхность наконец-таки. Максимальное здоровье, отлично. Ну что, прыгаем вниз? Только не в лаву, только не в лаву. Не обязательно мне прыгать в лаву. Мне и без лавы, знаете ли, нормально живется. Короче, я не знаю, как этот шар туда... Хотя... Он маленький. Никаких проблем нет с ним. Я думал, он будет большим, а он оказался супер маленьким. Пип, 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 пип. Давай, 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 нагревайся, мой хороший. А, начинает желтеть, краснеть, белеть. Во, раскаленный шар. Ну там же точно должно быть что-то реально крутое. А, золотой сундук. Огнемет! А мне говорили, что он на входе в локацию завода. А он оказывается здесь, а как им пользоваться? Огонь делает вш. А, надо собрать огонь, а потом только делать вш. Блин, забавно. А ну-ка. Он стреляет огнем. Я думал, будет типа, знаете, как вш. Ну, беспрерывное пламя. Ну так тоже неплохо. Реально неплохо. Почему я раньше сюда не заглядывал? Ну, я просто в старые локации не возвращался. Поэтому и не знал, что здесь такое есть добро. О, здорово. И огонь постоянно наносит дэмэдж пенькам. Это здорово. Потому что я ненавижу пеньков. А они, интересно, могут друг друга поджигать? А, у меня закончилось пламя. Ладно, пофиг. Электричество ничуть не хуже справляется с пеньками вместе с киркой. Даже лучше, я бы сказал. Так, труба, ведущая непонятно куда. И это куда? А чё, погоди, а зачем это здесь нужно? Не просто так же? А зачем? А зачем батут? Если бы наверху что-то было, то да, я бы сказал, окей, батут. Но батута же... А зачем батут? Наверху ж ничего нет просто. Ладно, наверное, это действительно так. А можно огонь набрать? Из костра даже можно набирать огонь. Блин, было столько головоломок, где огнемет был бы супер полезен, а я таскал спички. Ёлки-палки. А, меня обратно выкинуло. Столько же реально было мест. Вспомните, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, не страшно, так было даже интересней. Потому что огнемет это, ну, можно сказать, реально читерская вещь. Чуть менее, чем полностью. А чё, я не до... Ручки не металлические. Я думал, я допрыгну. А хотя... Можно тут подняться. Ну, это офигенно. Итак, бросок, скорость кирки. Нормально. Ну и, наверное, в этой локации мы исследовали действительно все, потому что я не знаю, что еще тут можно исследовать. В трубу можно попытаться залезть. Не залазит. Как выбраться теперь отсюда, вопрос? Ну, в принципе, вопрос решаем. Стоп, а тут? Тут еще может быть сундук. Слышите? А где тут может быть сундук, я не понимаю. Под водой? Нет. Именно наверху оно начинает пикать интенсивно. А где? В трубу, если бы получилось залезть, то другое дело. Давай. Ну давай, попытайся. Не залазит. Короче, тогда я не знаю. Наверху. Вон дощечка, за нее можно зацепиться. А нет, нельзя. Почему нет? Ну там же стопудово есть что-то наверху. Надо как-то туда забраться. Я знаю как. Я знаю как. Я знаю как. Ну надо на ту сторону. Когда я перепрыгивал этот барьер, нужно было не перепрыгивать его, а задержаться на нем. Вот так. Упал. Упал, я думал, зацеплюсь. Короче, стать на перегородку, на барьер. И тогда я потом с него уже прыгну наверх. Давай. Можно, в принципе, было и так. Вот он! Вот он, кто сводил меня с ума. Этот чертов сундучок маленький. Монетные. Монеты. Все, они все прилетели к нам. Ну, теперь-то точно можно выбираться, хотя не уверен. Я бы еще где-нибудь попрыгал бы здесь. Ну ладно, датчик уже не работает. Да, и тут он с ума не сходит, поэтому нужно выбираться. Безусловно, классная локация. Все, что нужно было, нашли. Все, что не нашли, то найдем потом где-нибудь. Так, и вопрос дальше-то куда? Откуда мы пришли? Получается, с медотсека. Тут мы были, тут мы нашли сундук. Здесь датчик не работает, поэтому отправляемся по нашему маршруту дальше. Как раз сюда я хотел заглянуть. В общем-то, и заглянули. Усиленный магнит. И погоди, это путь назад. Спасибо. И нафига я пришел назад? Если мне нужно вперед. Ладно, пойдем в Клеттаун. Здесь мы нашли кости, нашли огнемет, кучу всего нашли. Я думаю, что по кругу бегать смысла не имеет. Мы оттуда же пришли, да? Имеет смысл подняться наверх и посмотреть, что там. Оп! Начинает пикать, интенсивнее пикает у входа. Но здесь мы тоже посмотрим. Хотя сильно сомневаюсь. Тут мы тоже вроде все обыскали. И мест, за которые мог бы зацепиться глаз, нет. Да, здесь это подземный проход, который тоннель. Неосвещенный. Там мы батарейку приносили, мяч тоже приносили. Чел был благодарен. Значит, следующая находка ждет нас у входа в Клеттаун. Угу. Ну, это, наверное, одна из самых запутанных локаций. Именно вот это. Поэтому, как бы, тут дело такое. Сложнее всего было искать именно там. Стоп. Да, ничего не перепутал. Здесь все-таки датчик ведет себя немножечко поприятнее. Пип. Пип. Пип-пип. Еще лучше датчик себя ведет, я думаю, наверху. Нас ждет чудо. Как забраться туда? Давай. Здоровье максимальное. Но это не все. А если это не все, то где еще? Жесть, в такие тайные уголки мы не заглядывали никогда. Не, ну тут уже все, точно. Тут точно я выше подняться не смогу, как бы сильно не хотелось. По крайней мере, без улучшенного телепорта точно. Да, а вот тут где-то. Не тут. Погоди, это не тоннель? Нет. Где-то здесь. Нет. А где? Отсылочка к Dark Souls, кстати. Я не заметил ее, да? А вы мне ну, подсказали. Я сразу не обратил внимания что-то. Блин, что я делаю? Где сундук? Он где-то тут, но я не понимаю, где. Он что, он там? Он где-то там, вот там. Но я ж там был и сундуков не видел. Стоп. Вот тут сундук. Я так и знал, что где-то тут есть сундук. Но я не знаю, как до него добраться. Вы видели, когда я там проходила, оно прямо пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи делало. Не долетел. А! Да черт возьми. Как бы не упасть теперь. Ну, как всегда, я с этого места, блин, сейчас буду падать. Фиг заберусь наверх. Да чтоб тебя! Нет! Фух. Живой. Боюсь разбиться. Ну, наконец-то. Так. Вот где-то тут сундук. Где? Ничего не вижу, отойди. Я не вижу даже где... Как? Я сейчас паду вниз. Я не хочу вниз падать. Я застрял вообще здесь. Можно, короче, сделать так. Я оставлю здесь телепорт, если... Ага. Хорошая идея. Короче, я оставлю тут телепорт. О, это где я? А, классное место. Блин, вы серьезно? Выбрался. Так. Где-то тут. Короче, оставлю тут телепорт. Во! Я так и знал, что здесь есть сундук. Я так и знал. Я так и знал. Я знал это. Все время это знал. И наконец-то удалось до него добраться. Блин, это пипец какое сложное место. Так, ну что дальше делать? Забраться бы на Клеттаун было бы здорово. Посмотреть, что там вообще есть. Здесь еще раз на всякий случай пройтись. Но мы тут так все обыскали за несколько серий, что точно, наверное, ничего нет. Вы посмотрите, не пикает вообще датчик. О, начинает пикать. Довольно интенсивно, где-то подо мной, вот тут. Где-то тут. А где? Непонятно. Где-то тут. А где ты пикаешь? Сволочь ты такая. А, это, наверное, в Клитауне уже в самом. А я что-то пытаюсь, бегаю, ищу. Ну ладно, друзья, на этом мы с вами пока остановимся. Поиск сундуков — это такое занятие странное, сложное. И я не уверен, что имеет смысл вообще завершать его. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментах. Ну а пока на этом все. Надеюсь, поиск вам понравился. До новых встреч. Удачи, пока. Счастья вам, друзья.